Дисклеймер. Привет, я третий, я продолжаю проходить A Little Hope. Помнишь, мы остановились на вот этом вот чувачке, а давай. Да, судьба Анжелы была на волоске. Ее чуть не постигла участь хуже смерти. В смерти нет ничего такого ужасного. Отлично! Пока обошлось без жертв, все могло обернуться иначе. Я знаю. Учитывая, как поднялись ставки, тот пистолет мог спасти кому-то жизнь. Не так ли? Да. Или отнять ее. Угу. У юноши есть интересные теории. Или вы поддерживаете теорию Дэниела, что все они мертвы? Че? Вот смерть пришла, но сон мой не прервался. О, что за буря поднялась в душе! Мне снилось по безрадостной реке угрюмый лодочник. В стихах воспетый меня повлек в обитель вечной ночи. Думаю, это возможно. Может, водитель что-то прояснит? Вам, наверное, совершенно ничего не понятно. Двойники, призраки, ведьмы, демоны и смерть. Что, скажите на милость, может связывать все эти души? Колдовство. Думаю, мы это выясним. Угу. Я получил разрешение дать вам одну подсказку. Давай. Хотите? Ну что ж, мы с вами еще раз обратимся к Барду за тайным наставлением. Я встречал его, да. Я же встречаю всех. Акт 5, сцена 1, в которой Клеомен умоляет Леонта простить себя за смерть Гермионы. Пора вам поступить как небо, которое простило вас. Забудьте то, что позабыли боги. Это, по-твоему, подсказка? Идите же. Вам нужно продолжать, как бы ни было страшно. Это подсказка. Иди ты в жопу со своими подсказками. Окей, кого-то там надо простить и забыть о том, что забыли боги. О чем они могли бы забыть? О доброте, не знаю. Что это была за гребаная хрень? Никогда такого не видела. Оно как выползло из кошмарного сна, видели? Страшный жуткий рот, мертвые пустые глаза. Главное, его больше нет. Я уже думала, оно меня схватит. Я чуть не сдохла. Ты напугалась до смерти. Мы тоже. Но нам удалось свалить оттуда. Ты меня там бросил, я сама себя спасла. Не знаю как, но я собралась и спасла свою собственную задницу. Ой, молодец. Большой молодец. Эта тварь, чем бы она ни была, все еще где-то здесь. Может, дышит нам в затылок? Она была в цепях. Совсем как женщина, брошенная в воду. Это же не просто совпадение. Кто-то видел, что случилось с Тейлор и Дэниелом? Они должны быть близко. Сзади, вон. Видел? Пойдемте уже. Там черт был за ее левым плечом. Смотри, ты можешь повернуться? Нет, естественно, опять ее поворачиваться нельзя. Видишь, как я опять незаметно переключаю управление с мышки на клавиатуру, с клавиатуры на мышку. Потому что гений монтажа, понимаешь? Даже почти незаметно. Конечно, пошли. Есть что-нибудь интересное хотя бы, что исследовать можно? Нет, пока ничего нет. Ну, кладбище какое-то. Ну, все мы там будем когда-нибудь. О!
Это чё? Под сим камнем покоится Аврам Алстер. Умер 13 февраля 1699 года. Окей. Умер и умер. Бывает. Все мы умрем. Так, я... подожди, я туда иду, нет? Да, вроде туда иду. Эта тварь еще ищет меня. Ага. Похоже, она далеко. Главное, не сидеть на месте. Ну, мы идем, идем. Тут круговая тропинка, тут просто по кругу сейчас пройдусь. Да, видишь, по кругу просто прошелся. Зато тут что-то есть. Осмотреть. Так, куда ты? Повернись, вот так. Джеймс Т. Кларк? Кларк? Да, Джеймс Т. Кларк. Любящий отец, окей. Это какое-то семейное кладбище. Анна Кларк. Любящая мать. Да я могу и так прочитать, в принципе, можешь не приближаться. Кто? Нет, ладно, так не вижу. Таня Кларк. Удивительно, что кто-то до сих пор сюда приходит. Дорогая дочь и сестра. Дальше. Да обойди ты с другой... Что ты... Зачем ты туда зашла? Повернись. Кларки. Семья Кларков. Окей. Деннис Кларк. Любимый сын и брат. Окей. И последняя. Меган Кларк. Дорогая дочь и сестра. В таком возрасте трагедия. Да, в 12 лет умерла. Она повернулась, была похожа сейчас на зомби. Так, окей, а куда тебе идти? Ты присесть хочешь, серьезно? А, что там ты нашла? Медальон солнца какой-то. С дебильной такой улыбкой. Ну окей, давай, положи его, где взяла. Молодец. И что, все что ли? Ну, где тут выход мне теперь искать? Что-то я заплутал. А вы где там, идете за мной? Да, давайте быстрее идите. А то я что-то запутался, куда мне идти, а куда нет. Давай влево теперь пойдем. Или мы слева пришли. Это та, которая могила, я смотрел? Нет, видимо, судя по всему, нет. Ну что-то же надо тут найти, правильно? Не просто же так нам сделали лабиринт такой. Фу, зачем вообще этот лабиринт сделали? Где мне теперь найти выход отсюда? Во, вот здесь я еще не был. Так. Кто такие Кларки? Может, это старая семья вот этого вот, пацаненка? Которого сгорело. Он не выглядит сильно старше с тех времен. Ох, с арматурой. Это, наверное, кто-то из них упадет на арматуру. Пойдем подальше от этого моста. Я целиком за то, чтобы оказаться как можно дальше от этой мерзкой твари. Уверен, Дэниел Стейлор думает так же. Это опять велосипед этот. Блин, это велосипед этот, ты чего? Вроде я пока идеально играю, нет? А чё ты катаешься вообще здесь тут, а? Среди ночи. Мне кажется, лучше не лезть к нему. Наверное, да. Хоть бы смазал. Что сказала женщина перед тем, как ее утопили? Чё? Девочку должно остановить. Ага. Речь шла о судах над ведьмами, так? Не уверен. Ладно, идемте. Little Hope, заброшенный город. Неужели он не может взять бесплатно смазку, а? Смазать велосипед. Я зайду и осмотрюсь. Не надо. Вот ты тупой. Сейчас кто-то, смотри, наступит. Да. Нет? Прикольно. Не сиди на холодном камне. Жопа простынет. Интересно, этот
Мутант нас сейчас преследует? Не думаю, что он идет за нами. С чего это ты взял? Это не повторится, держимся рядом. Нам с тобой нужно держаться рядом. Рядом, говоришь? Насколько рядом? Пошло. Вот так? А не настолько чуть ближе. Чуть ближе. Еще ближе. Фух, я думал, опять вырезать придется. Или пизюлей получать от Ютуба за то, что не вырезал. Уже было сколько раз. О, фонарик, да, он все-таки ту черную хрень нашел, это был фонарик. Лучше... Что за звук? Лучше бы он взял несколько штук. Там же лежало штук 10, в карманы набить и все, и им всем раздать. Вот, Ведьмин мост. Little Hope, окей. Так, историческая тропа Little Hope. Тропа ведьм. Сука. Тропа. Серьезно, не мост, тропа. Ой, идите в жопу вообще. Тропа ведьм. Ну его нахрен, пойдем другой дорогой. Тропа, мост. Какая разница вообще? Одно и то же. О, вот, наконец-то, карта. Так, а где мы сейчас? А, вы здесь. Карта города, я вижу. Вот, мы вот здесь, окей. Музей у нас дальше есть. Чего? Какой-то дом Джонсона. Это я не знаю, что это, церковь, возможно. Мемориал какой-то, окей. Ага. Так нам сколько получается локаций еще? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть придется локаций исследовать. Много. Ой. Ну пошли. Тогда не будем терять время. Так, еще у нас что-нибудь есть? Нет? Справа ничего, слева ничего. Ее прическа, конечно, это... Кошмар, мне не нравится цвет. Какой буро-малиновый какой-то такой. На короткие волосы. Ну, такой себе. Эй, сюда. Посмотри на это. Ладно, там, наверное, белый эта такой. Тварь может быть еще здесь. Серебристый. В воде. Нет, мы от нее оторвались. Уверен. Ладно, серебристый еще цвет, но буромалиновый на такие короткие черт. Волосы. Иди первым, ладно? Ты весишь куда меньше. Давай лучше ты. Я ни за что не полезу на этот трухлявый мост. Иначе мы остальных не найдем. Выбора нет. Ладно. Я пойду вперед, а ты за мной. Если мост не рухнет. Отлично. Так, пусть она держит расстояние, немного дистанцию, чтобы, если что, мы вместе не обвалились. Пока все нормально. Чуть-чуть остается, давай. Повезло. Отлично, теперь пошли дальше. Что это было? Чьи-то ноги. Ой-ой-ой-ой-ой. А вы прям уверены, что стоит гулять по такому месту? Ночью. Вдвоем. Кошмар. О, еще что-то исследовать. Ну ты же в упоре стоишь. Ну что ты меня бесишь, слышишь? Вот, осмотреть. Ты видишь? Ну... Могила ведьмы. Считается, что этот камень отмечает место погребения первого человека, казненного во время судов над ведьмами в Little Hope. Что радостная такая. Уходим отсюда. Дэниел! Твою мать, опять. Уберите свои руки! Тише. Умоляю. Мэри? Мэри? Мэри, сюда, я здесь! Здесь. Это девочка зло? Что происходит? То есть та девочка это зло? Я не понимаю. Моя дрожайшая Эмми провозгласила себе перед смертью. Дабы покончить со злом, должна остановить Мэри. Вы кто такой? Почему так похожи на Джона? У меня нет ответов. Может, я уже околдован ведьмой? Я нашла ее. Вот она. Отколи она у тебя? Я сама ее смастерила. Я возьму, дабы уберечь тебя. Домыслы и вероломство нашли приют в Little Hope. Мы все в опасности. Прошу, Табита, оставь ее мне.
Очень полезная информация, спасибо. А то есть вот эта с короткими волосами ее тоже убьет, та маленькая девочка? Ну? Нет. Ни одного телефона. Ладно, похоже, мы и вправду здесь застряли. Их еще нет? Нет, пока нет. Надеюсь, они в порядке. Я думал, мы быстрее найдем водителя. Куда он делся? Прикинь, это черный есть водитель. Вообще ржать будет. Опять она. Да что ты к нам привязалась? Ну, естественно, нам теперь за ней идти. Хочет, чтобы мы шли за ней. Это может быть ловушка, пойдем за ней. Пойдете за ней? Она может заманить нас прямо в ловушку. Те две девочки. Одна из прошлого, а эта девочка из настоящего. Может, девочка, которую мы видим здесь, своего рода отражение девочки из 17 века? Так же, как и вы. Нила Стейлор? Если бы они шли в эту сторону, уже бы дошли. Не отходите. Неизвестно, что там. Как тупо к ней идти сейчас. Ой, как тупо. Они же видели, что эта девочка мудачила. Че ты верещишь? Туман сзади не просто так. Эй, подождите! Кар! Ох! Ну и гадость. О-оу. Та с цепями сейчас тут будет. Вы тут? Нет. Помогите! Нет, держу вас! Джон! Помогите мне! Это нечестно, я все кнопки нажал. Я пытался ее спасти, честно. Я все кнопки нажал. Еще глубже. Да ты гонишь. Вот ты глупая, у тебя хотя бы фонарик есть. Это уже я иду. Видишь, управляю ей влево, право, лево, право, лево, право. И пойдем сюда. Вот видишь, опять переключили. Сейчас ровно противоположное направление. Теперь право это лево, лево это право. Они вот так вот постоянно путают. Нельзя так делать. Такое кошмарное управление. Вот эти вот прыжки с камерой дебильные. Ну ты хоть немного быстрее иди. Давай, я вижу уже дверь. Дверь вижу, да. Давай, возьмем ее. А ты прям не торопишься, да? Я поначалу даже начал мышкой клацать. Прикинь, на букву и А, и мышка сработали оба нормально. Кажется, я попала. Че ты орешь? Испугалась чего-то? Анжела? Ну нет, блять, так нет, пошли дальше. Нет! Чем она такое заслужила? Мы остались вдвоем, пока Дэниел Стейлор нас не найдут. Эй! Вместо помощи Анжелы они побежали за девочкой. Не получается? Что-то мешает открыть дверь. Помогите толкнуть. Ну давай. А, я думал, кнопку надо будет нажимать. Не-не-не, в страшный дом решил зайти, серьезно. Ой, а ты Иннокентий, конечно. Это место напоминает какой-то музей.
О, до музея дошли. Она здесь? Это те безликие. А ты за ним пошел. А ты Алеша. Иннокентий и Алеша. Мы не допустим, чтобы кто-то повторил судьбу Анжелы. Вы уверены? Анжелы. Я сделаю все возможное, чтобы защитить нас. Когда выберемся, сразу найдем остальных. Если они еще живы. Угу. Ну тогда пошли. Вот тут сразу сколько много вещей светится. Почему во-первых. Девочка ходит одна. Это странно. Судьбы над ведьмами в Новой Англии. Пока непонятно, как... Музей Little Hope. $8. Ни хрена себе. Не, спасибо. Не настолько я уж люблю читать, чтобы 8 баксов тратить на это. Особенно какой сейчас нынешний курс, это, считай, косарь. Может, даже больше. Да по-любому больше. Закрыто. Молодец. Спасибо. Если дверь не открывается, значит, это закрыто. Спасибо. Будем знать. Так. О, тут они повесились что-то. Прикольно. Че, зависаете, да? Смотрел? Ну, прикольно. Да, висят они. Все, пошли дальше. Назад, 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 все. Тут что? Осмотреть. Не-не-не, подожди, тут что-то было осмотреть. Так, повернись. Что ты меня раздражаешь? Вот. О, Анжела. Ага. Да давай скинем деревяшку. Хоба. Так. Эмми Ламберг, первая из обвиненных. Эмми была обвинена в колдовстве девочки Мэри Милтон, которая заявила, что видела ту, летящую на эвивовой ветке? Эвивовой? Ладно, когда в суде возразили, что Эмми видели за много миль до этого места, Мэри сказала: «Я глядела, как ее губы шепчут заклятие. Я признала ее за демона в обличии Эмми». Постер Корвер назвал это в своих записях призрачным свидетельством. Окей. Все, пошли дальше. Там я видел... О, картина! Картина, картина, готов? Готов? А, не картина, сука, текст. Вот это ловушка, конечно. Это был весь смысл суда. Я... Люди, которые сговорились с дьяволом. Да. И девочка Мэри всех заложила. Похоже, ее мы и видели. Я, Мэри Милтон, признаю истинность увиденной мною греховности перед днем субботним. Госпожа Эмми подле ясеня толковала с черным Симуэлом, духом в обличии собаки, говорящей человеческим голосом. Затем она трижды повернулась и изъявила согласие служить духу и проводить ему деревенских детей. Затем она смастерила куколку и наложила на нее заклятие, дабы проклянуть тех, кто супротивит ее... Чего? Супротив нею вы... Супротив нее выступить. Все. Блин. Я современные слова с трудом читаю. Куда вы еще древние засунули? Все и прочие темные деяния видели мои очи. Окей. Она придумывает то, а? Так, здесь что? Здесь ничего. Вот еще что. Твою мать. Это что, мне столько листовок читать, что ли? Бля. О, это вроде картина. Пожалуйста, картина. Да, есть, отлично. Ничего себе, это тот же суд, который мы видели в участке. Да. Ужасно похоже. Так, дальше. Вот еще. Картина, не текст. Картина, 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 картина. Нет, окно, смотри. Сейчас что-то напугает нас. Смотри, готов? Да, кошка. Очевидно было. Слишком, слишком ожидаемо. Но, видимо, тут не особо-то пытались нас испугать, потому что звук был намного тише, чем остальные скримеры. Так, там что-нибудь есть с этой стороны? Сейчас к двери мы подойдем, еще не волнуйся. Сейчас надо с этой стороны все осмотреть. Видишь, вот, еще что-то есть, блестит. О, куколка ведьмы. Данная кукла, предположительно, изначально принадлежала ребенку. Эй, взгляните. А ничего, что я не дочитал, слышишь? Какое быдло. Нормально. Я читаю, они взяли, у меня вырвали. Я это уже видел. Флаг тебе в руки. Где? На дороге, возле того задрипанного бара. Мы с Анжелой увидели ее и подняли. Как раз перед тем, как Мэри напугала нас первый раз. Занятно. Она привела нас сюда, возможно, это подделка. Может, она привела нас? Хотела это показать? А вам не плевать на куклу эту? Давайте рассмотрим ее. Серьезно? Какого черта, профессор?
Есть великое множество историй о том, как духи вселяются... Там кто-то стоит, вон, видишь, да, в коридоре. В кино. Аккуратней, ладно? Что если дух Мэри все еще живет здесь? Сожжем ее, и, быть может, на этом все закончится. Вдруг это разозлит девчонку, попробуем. Есть еще вариант. Может, уничтожение любимой вещи только разозлит ее. Во-во. Вы правы. Только не говорите, что реально надо было сжечь все-таки. Все, пойдем в дверь, и тут, наверное, можно сохраниться после двери, да? О, здесь выход. Куда делась девочка? Привела нас сюда и растворилась? Может, этого она и хотела? Привела нас к кукле и готова. Не уверен в этом. Ну? Темно. Все, это следующий кадр, значит, на этом можно сохраниться. Напиши любой комментарий, поставь лайк, подпишись на канал. Скоро увидимся.